В этих голосах главные слова. В последнее время для многих людей магия ассоциируется с книгами о Гарри Поттере. Но так как их автор Джоан Роулинг больше не будет их писать, мы решили презентовать вам свою книгу. Итак, «Пара по парам» и «Магия огня». Глава первая. «Волшебная тайна Ахмадинежада». Весь мир уверен в том, что в Иране делается ядерное оружие. У самих же иранцев на этот счет особое мнение. Пятый год Америка нас подозревает, и везде об этом говорят. И в метро, и в кино, и везде. Будто кто-то здесь у нас уран обогащает. Ты обогащаешь? Я нет. Чтобы сделать ядерный заряд, совести нет у МАГАТЭ. Нет ума, ума ГАТЭ. Выльют пусть грязи, хоть ушат, стерпит Ахмади Ниджат. На вопрос, зачем нам весь этот плутоний, я ответ кристально чистый дам. Он ответ кристально чистый даст. Нужен он для станций, чтоб они давали больше света нашим городам, мирным городам. И Тегеран скоро засияет ярче, чем ночной Нью-Йорк. Ярче, чем ночной Нью-Йорк. А если кто нам в этом помешает, ярче сделаем Нью-Йорк. Мы, иранцы, за мирный атом. Но если что, нашего мирного атома хватит на всех. Глава вторая. Все мы знаем прекрасные монологи Евгения Гришковца о своем детстве. А теперь давайте представим, что было бы, если бы Евгений Гришковец выступал на Рублевке. Вот все же по утрам не любили ходить в школу. Ну, middle school. И вот к тебе мама с утра заходит, а ты говоришь: мама, мамочка, мамочка, можно не пойду в школу? А мама тебя не понимает. Мама немка. Вот что я любил, так это дни рождения. Однажды мне мой папа подарил мой самый любимый подарок – солдатика. Я очень любил этого солдатика, он за меня потом еще 2 года в армии отслужил. А всех же в детстве похищали, но это ладно. Вот. Вот я очень любил, как мой папа играл в съедобное-несъедобное со своим бухгалтером. Папа держал дверь от ОМОНа, а бухгалтер ел какие-то документы. А вот все говорят, если ты вырос на Рублевке, то у тебя было, мол, какое-то другое детство. А детство, оно везде одинаковое. И неважно, где ты вырос. На Рублевке, Барвихе или Монако. Глава третья. «Магия голоса». Вся страна поет песни Елены Ваенги. И сейчас мы вам докажем, что даже известные КВНщики и члены жюри знают их наизусть. Если бы ты знал, как мне жаль. Если бы ты узнал, как болит.
Если бы... Ты видел? Мы печаль в лицо. Ты узнал? Чё? Она говорит. И... Неважно, что ты сказал. Ведь неважно. Что? А... Как? Я тебя... Услышал. Я поняла. Да. И ты далеко не... Дурак. Снова. Встаю. Одна. Снова. Курю. Мама. Снова. А... Вокруг. Я женат. Заключительная глава. Недавно в российский прокат вышел добрый фильм «Мамы», который был посвящен всем матерям страны. И мы закончить хотели бы словами для наших мам, мам КВНщиков. Я маму мою обижу, если проиграю игру, если, как и Миронов, пятое место займу. Я маму мою обижу, если через пару часов я позвоню и скажу ей: «Все, выгнал нас Масляков». И мама ответит резко, не пытаясь подобрать слов: «Да много там понимает этот ваш Масляков». Да, мама может про Маслякова такое сказать. Маме моей же не нужно дальше в сезоне играть. Ответит тогда мне мама: «Верник там что ли больной?» Ну так она, конечно, не скажет, но смысл примерно такой. Ради чего, сын, ты пашешь? Зачем эти ночи без снов? И почему у тебя в команде вечно так мало слов? А мне моя мама скажет: «Гусмана надо гнать». Ну, так она, конечно, не скажет. А моя может сказать. И мама моя попросит, чтоб Эрнсту я передал: «Если я проиграю, она не смотрит Первый канал». Выслушает меня мама о том, что я не сумел. Сделает паузу тихо и спросит: «Ну ты хоть поел?» И с грустью я понимаю, что сезон КВН такой, что останутся довольны мамы только команды одной. Но мама всегда может сделать, чтоб в сердце огонь не погас. Поэтому эти аплодисменты сегодня мамы для вас. Спасибо!